Удобное расположение в центре микрорайона Чкаловский, развитая инфраструктура, общественный транспорт в пешей доступности. Именно в таком месте расположился жилой комплекс «Горизонт». Однако въехать в свои квартиры его жильцы пока не могут. Объект готов на 75%, но стройка остановлена. Застройщик планировал сдать все три корпуса ЖК еще в 2015 году, но до сих пор люди, заключившие договоры долевого строительства, ждут обещанных ключей. Более 200 семей попали в непростую ситуацию. Глава округа Андрей Булгаков провел встречу с инициативной группой дольщиков ЖК «Горизонт». Руководитель муниципалитета рассказал о двух вариантах решения вопроса. Участие в программе фонда «Дом РФ» или реализация инвестиционного проекта с привлечением надежного застройщика. Причем в обоих случаях будет необходимо проведение процедуры банкротства действующего застройщика, чтобы защитить нового инвестора от рисков. Законность будущего нахождения нашего, значит, инвестора. Без процедуры банкротства, значит, Минжилполитик не видит даже по масштабному инвестиционному проекту возможность нахождения на этом участке. Да? Так, чтобы ни город, ни самые главные застройщики никто не обманул, то есть бизнес-ленд, так скажем. Потому что разрешение строительства и обязательства есть у них. В данный момент по заказу администрации специализированная организация проводит оценку предстоящих затрат и расходов. Как только будет выбран наиболее эффективный вариант завершения строительства, власти проинформируют о нем дольщиков ЖК «Горизонт». Анна Балиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.